Здравствуйте, друзья! Давайте знакомиться. Я Махонин Александр, руководитель строительной компании «Ника». Занимаемся строительством по городу Краснодару и Краснодарскому краю. География наших работ обширна. Основная часть – это пригород и сам город Краснодар. Очень много объектов было построено и строится сейчас по побережью, Сочи, Геленджик, Анапа. Также есть северные наши объекты – это Белая глина, Кущевская. Большинство наших клиентов выбирает капитальные материалы. Это кирпич, крупноформатные керамические блоки, газосиликатные блоки. Также строим и из деревянных изделий. Наши партнеры – Технониколь, покрытия, мембраны, ваты, утеплители. Также более 20 заводов по изготовлению кирпича мы работаем. Наши заводы широко представлены – это Славянский кирпич, забутовочные кирпичи. Все это мы напрямую покупаем у заводов-производителей. Наша компания занимается не только строительством, мы занимаемся проектированием домов, дизайном интерьера. Мы сотрудничаем с лучшими архитекторами и дизайнерами города Краснодара и Краснодарского края. А также в этом году мы сформировали свой отдел архитектуры и дизайна, которым занимается Наталья. Наталья является экспертом в области архитектуры и дизайна. Нашим отделом проектирования в этом году спроектировано более 30 проектов. И уже из них более 12 строится. Наш офис находится в городе Краснодаре по улице Новороссийская, 3/12. Здесь каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17.00 мы всегда рады вас видеть. Каждый понедельник, вторник мы проводим нашей большой командой планерки, на которых мы определяем этапность наших работ, определяем план, количество материалов, необходимое для выполнения этапов строительства. Разбираем наши ошибки, в общем, живем, развиваемся, строим.